Вот. Еще один наш боевой товарищ Андрей Козловский, удивительный человек, который делает невозможное, пишет русскими длинными словами, как паровозы, американские блюзы, получается потрясающе. Лишний раз доказывает, что наш великолепный славянский язык обещает все, все, все и все, все, да. Нет холода в доме, пока есть вода и заварка. Пока для друзей ни того, ни другого не жалко. Копи, не копи, все равно не успеешь потратить. Нам хватит. Нам хватит. Отведав вина, не считать на лозе виноградин. Смотреть на огонь просто так, ничего-то там ради. Подальше от тех, о которых забудем, как звать их. Нам хватит. Нам хватит. Най-най-най-най-най. И все мы поймем, помогая подняться уставшим. Чего же хранить и делиться на ваших и наших? Пускай по долгам нам потом ничего не заплатят.